друзья мои, кого я вам только не показывала. А вот сейчас, опа, смотрите. Она увидела и замерла. Она увидела меня, видите? И замерла. Так она хорошо ела травку. А мы к ней сейчас подойдем. Кого я только вам не показывала. И фазанов. И ящерицу. Тарантула называется. Маленькую деточку. Еще кого показывала? Жабу. Вот она замерла. Черепаху. Мы за этой черепахой уже несколько лет наблюдаем. Наконец-то встреча состоялась. Так она замерла и смотрит на нас, на меня. Ой-ой-ой, она шипит, я уже говорила, она шипит. Так вот предупредительно. Посмотрим, как она реагирует на нас. Так, это вот их две. Их две. Так. Они разные. Разного вида. Ну, продолжай давай. Ешь. Опа. Так, так, так. Я не хочу больно приближаться к ней, чтобы ее не беспокоить. Они очень тяжелые, очень большие. Одной рукой практически невозможно поднять ее. Вот она заволновалась, и видно, что сейчас. У нее шрам на панцире. Вот, да, это со шрамом, это вот больше, юбочка такая сзади, в виде юбочки панцирь. А еще здесь есть, ходят, но они прячутся, трудно их найти, они зарываются где-то меньшего размера. Откладывают яйца, но эти яйца получаются неоплодотворенные. Значит, делаем вывод, что, вероятно, это обе самочки. Я ее не устроила. Компания моя ей не нужна. Слушайте, вы, дорогие, вы так с такой скоростью передвигаетесь и всегда стараетесь сбежать. Есть такое выражение, идет как черепаха. Что-то она больно быстро идет тогда. Ну все, друзья мои, и на этом видео заканчиваю. И говорю вам пока, до встречи. Оставайтесь с нами.